во-первых, мне на меня честь оказаться здесь. Я в первую годовщину создания Пиротской региональной торгово-промышленной палаты. Драго ми е да съм овде на първой годишници Приверна комора ПИР. С господином Косичем и мэром вашего города я знаком уже 3 года. С господином Косичем и градоначалником знамо се вече 3 години. И я очень рад тому, что наше знакомство перешло на более высокий деловой уровень. И вельми ми е драго, что наше знакомство перешло на высший степень, односно на пословный срок. Я представляю департамент международных и внешнеэкономических связей правительства Москвы. Представляем отделение, сектор за международную сотрудничество и внешнеэкономические связи. И спольноэкономические пословные связи. И очень надеюсь, что меморандум, который мы сегодня подписали, окажется базовым документом, используя который, опираясь на который, мы сможем сделать конкретные, реальные вещи. Надеемся, что договор, который мы подписали, имеет на уце на конкретные, реальные вещи. Конкретные и реальные ствари. Это не будет легко. То не будет легко. Потому что экономическая ситуация в мире вообще и на Балканах в частности непростая. За что экономическая ситуация у свету, а и на Балкану не единственно. И поэтому нам придется, и нам, и моим партнерам города Пирота, прилагать особые серьезные усилия для достижения успеха. И зато долазимо до того, да код нас и код управе града Пирот подписуемо прилагать особые специальные усилия. Предлажемо посебне серьезные постоянные усилия для достижения успеха. Постоянные усилия для достижения успеха. Озбильные приговоры за достигнуть успеха. Recite nam, koji bi vaš prvi korak bio u narednom periodu? Скажите, какой первый шаг будет, ваш первый шаг в будущем направлении? Первое, что я сделаю, когда вернусь, я должен буду доложить своему руководству. Первое, что буду радим, есть да... Послать им текст меморандума. Своем руководству, решим и прошанием текст меморандума. И с моими коллегами в департаменте международных связей обсудить, что мы сможем предложить Пироту конкретно. И с моим коллегами в международным послом и везам договориться и предложить, что мы можем конкретно доверить за Пирота. Одновременно с этим я должен буду узнать сейчас у господина Косича, что они могут предложить Москве. Истовременно требовало бы да се сазнам сада с господином Косичем, что они могут да уреде за нас. Причем, хочу отметить, что сотрудничество предполагает две стороны, оно должно быть двухсторонним. То есть, при том, мне треба да се согласимо. Притом надо сотрудничество должно быть двухсторонним. Сородничество, кооперация треба да будет обострана. То есть фирма города Пирота, может быть, что-то нужно, товары или услуги в Москве. То есть некой фирме из града Пирота может потребно нека роба или производи из града Москва. Или же фирмы города Пирота могут предложить что-то город Москву, свои товары и услуги. И обратно.